Ого, напрыгать, смотри! Нифига себе! В этом ролике мы разыграем Гаррис Мод. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Всем удачи! Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Steam Куёко, Даникс, Хелтфан, Бульбазавр, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Приятного аппетита. У нас сегодня очень классный ролик, потому что вышли новые монстры Хендерсона, будем на них смотреть, веселиться и орать. Если опять кушайте, приятного аппетита, а у нас обзор на гигантских новых монстров Хендерсона. Погнали. Пацаны, сразу скажу, у кого слабый компьютер, я вам не завидую, потому что сегодня будет прям очень жестко. Показываем. Ого, вот это он гигантский. Подождите. Это что, получается, когда наступает такой туман, идет здоровенный или что? О, он у вас засветился такими какими-то синими штуками, да? Да, да, засветил. Ого, он здоровый. Че он такой здоровый? У меня скайбокс, подожди, он в скайбокс упирается, что ли? Ого. Смотрите меня. Нифига себе, ребята, в конце ролика, досмотрите до конца, мы обязательно их будем фигачить. Проверим, сколько у них жизни. Для него эта карта очень маленькая. Нифига себе гигант. Хорошо. Может, мы сейчас их сделаем битву между ними? Ребята, я сегодня покажу тех монстров, которые мы раньше не показывали, потому что они вышли, а мы на них обзор не сделали. Вот такого у нас есть. Watchtower Killer. Волосатая какая-то штуковина. Очень странная. Какая-то волосатая овца. Так, и что? Это реально смешно, ребята. Поставьте лайкосик. Подпишитесь на канал. Ролики выходят каждый день. И чё он? Просто вот такой вот волохатый чили-пиздрик. Так, давайте дальше. У нас есть еще вот такая вот версия. Просто без киллер. Вот это он крикун. Вот это он крикун. Гигантус. Просто здоровенный гигантус. Это волосатая жопа, да? Так. У нас еще есть вот такие монстры. The Gigant Red Dots. Ого, ну он когда ходит, он по идее должен жизни, да, отнимать, когда ходит? Это подожди, а че он ходит, как дурачок? Эй, псих! Ты че как дурачок дерганый ходишь? А ну давайте вот эта версия, давайте все прям три версии посмотрим. Ого, у него руки в крови. Господи. Это прям вообще какой-то крутой монстр. И ноги. Так, сейчас, наверное, будем делать битву между ними. И еще вот такая у нас версия есть. А, маленький чили-пиздрик. Привет, дружище. Идет просто. Давайте будем сразу проверять, кто из них смертный, а кто нет. Убивается. Хорошо, мне это нравится. А ну вот этот вот. Убивается. Убивается, значит, мы их будем всех гасить и улыбаться. Подождите, монстр. Это Тревор Хендерсон. А этот? Ого, сразу небо какое становится чисто от него. А вот этот? О, чё такое? А чё это за смерч такой прикольный? Офигеть, вот это мне нравится. Хорошо, ребята, давайте сейчас включу, чтобы они нас дамажили. Проверим, как этот смерч будет нас гасить. Поехали. Ого, я аж не успел акнуть. Блин, а Бенни, он сможет там подняться или нет? А где он? Он снизу. А, вот, он застрял. Мужик, выходи, мы здесь. А, он меня хочет убить, но у него не получается. Не-не-не-не-не. Не получится. Чё, спрыгивайте с эти, да? Офигеть, блин, я думал, на меня не переключится, он переключился. Хорошо. Давайте тогда сделаем вот этот вот торнадо против гиганта. Давайте вот этот и вот этот. Они будут между собой воевать, интересно или нет? Надо игнорировать игроков поставить, потому что они нас просто будут уничтожать. Да, не... О, война, война пошла. Ого, взрывы. А он, получается, ничего не происходит. А кто же выиграет? Ребята, напишите в комментариях. Вонючий смерч или вонючий гигант? Он его топчет.
Вы ничего не... О, убу, он глазами жжет. Он поменял свою форму. Это прям реально классно. Офигенный этот, добавили монстров Хендерсона. Мне очень нравятся они. Еще во время боя просто поменял форму. О, у него, получается, какие-то эти есть эволюционные вещи. Он уже красный стал или он был красный? Нет, он стал красным. Он стал красным, да? Давайте посмотрим, что дальше будет происходить. Кто ж кого убьет? Они же смертные в любом случае. И... то ничего. Офигеть. Я ничего не вижу, это туманище. Так, давайте еще раз ближе. Полчаса спустя, да? Хорошо, хорошо, хорошо. Давайте-то поставим вот этого вот гиганта. А, еще вот такое у нас есть. А, этот был, этот был. Просто поменяли картинки. Так, 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 так. Давайте тогда вот этот мега-гигант против вот этого. Давайте посмотрим битву. Ого! Он с одного удара убил его, да? А еще раз, давайте вот это вот. А он сразу убивает любого. Вот это он злой чувак. О, помните, у нас есть такие щупальцы небесные? О, давайте сначала день 17 поставим. Ну. Вот это здоровенно. Ого, он молния лупашит. Вот это звуки классные. Мне нравятся. Вот это у него лопич. Тогда... ну-ка, давайте. Смотрите, он уже с одного удара не может его вынести. Они такие здоровые, они в карту не помещаются. А больше карты я не знаю для сандбокса. Большим потолком. Ну, пацаны, вы деретесь? О, шар полетел, смотрите. Да, деремся. У них обмен шарами. Так, жизни, я так понимаю, у того очень много. Да? Да. Хорошо, давайте другого поставим. На дымели, на коптели, на пердели нам тут. Давайте опять этого гиганта поставим. Против. А, подождите, маленького поставил. Стопэ. Большой. И вот этот большой. Во-во-во-во. Драка пошла. Тоже с одного удара вынес, да? А у нас есть вот такая вот овца волохатка. Ого, она прыгает. Смотри. Нифига себе. Смотрите, что они делают. Драка жесткая. Драк, да. Ого, смотрите. О, я даже не знал, что эти оружия у них есть. Вы знали? Mm-mm. Я не знал. Ого, я молния. По виду не скажешь. А, ну хочу встать возле его ноги. Насколько у него нога здоровая. Ребята, смотрите. Мега-гигантская нога. Это просто какая-то гора, а не нога. Ого, бахнул. Он убил овцу? Нет. Овца дерется, да? Убил, убил, ребята. Вот это у него рожа злая. Убил. Так, а кого еще поставить? Давайте, у нас есть еще вот такой вот челепиздрик, смотрите. Ого. Так. Лазеры, лазерами из глаз. Шар полетел. Бу! Воздушный удар, прям ракеты летят, смотрите. О, смерч. Ну, смерч сейчас проиграет, наверное, как по-любому сразу. О, зеленым стал! У него получается эволюционирующий монстр Тревор Хендерсона. И чего, все, да, давайте еще поставим. Короче, ставлю щупальце бешеное. Ну, оно убил, да что ты, щупальчник. Давайте попробуем бешеную горку, она маленькая, но у нее есть тоже шанс проиграть. Все, вот, горка еще у нас. Давайте тогда Мисти Уэст 3. Да что ты, псих? Он поменял цвет. Да, он меняет цвета, это прям какой-то жесткий. И у него атаки меняются. Да, а вот давайте день 18. Да ты задрал, дай как понаблюдать битву. Никто не может его убить. Получается то, что пока мы самый сильный, а вот такой вот. Да ты смотри. Да хорошо, вот такой вот есть бегемот, смотрите. Где бегемот? Ого, вот это... Опять убил бегемота, да? Оранжевый стал! Как будто из лавы вышел. Он так медленно ногами передвигает? Да, очень быстрый персонаж. А, давайте гигант. Пупетер. Пупетер. Пошел, пошел, пошел. Ну-ка, лазер. Да, у него, смотрите, шары отскакивают, да? Смотри. Есть. Уничтожил. Но не с первого удара. Ого, смерч полетел. И тоже умер. Хорошо. Уже не с первого удара, уже, знаете, какой-то есть сдвиг. Давайте сиреноголовый.
Треноголовый, тебе жопа, я так понимаю. Смотрите, сейчас он его уничтожит. Просто одни выстрелы. Еще куча шаров про... Даже нас убило, хотя стоит игнорировать игроков, но это не сработало. Хорошо, давайте еще кого-то поставим. Более гигантского, хотя у нас нет прям сильно здоровых по сравнению с ним. Да и этого уничтожил. А если вот таких вот челепизриков поставить много? Он убивает их тоже? О, они идут к нему. С одного удара. Бум. Чпоньк. Он их щелкает, смотрите. А, у него уже щупальцы со рта вылазят. Ого, он страшный. Ого. Неплохо, неплохо. Хорошо. Давайте тогда у нас... Что еще ему поставить-то? О, давайте сделаем мега-битву. Раз, два, три, четыре, пять. Господи. Четыре бешеных овцы. Может, они его все-таки уничтожат или посмотреть на его более жестче эволюцию. Бум. Ты чё? Убили! Они его убили, представляете? А ну-ка давайте против этого челепиздрика. Ну овцы, вот же ж идет и другая овца. Ну-ка. Ой-ой-ой, полетели. О, он-то, кстати, быстро бегать может. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Очень странное он движение какие-то делает. Овцы, он тут. О, пошла, пошла, пошла жара. Давайте вдвоем их гасите. Блин, они летают так высоко, я даже не ожидал, что они будут взлетать. Эй, вы сыкуны, спускайтесь. Быстро. Смотри, как приземляются. Бу, а не, не бум. Я думал, будет прям бум какой-то, не? О, пошло, пошло. Смотри, он с глаз стреляет лазерами. Хорошо, давайте еще добавим какую-то сторону, чтобы прям жесткую битву сделать. Так, ну этого мы уже ставить не будем. Давайте поставим бегемота. Они летают, смотри. Мега-бегемот. Ого, кабан! Дублируется в скайбокс его размер, просто он такой большой. Так, давайте. Все бьют его. Так, я не слышу звук битвы. О, тут слышно. Какие-то стекла бьются, они что, из стекла сделаны? Смотри, смотри, кулаком наваливает его. А этому бегемота нифига. И тут, короче, еще инопланетные щупальцы приземляются. Во! И с неба еще одни. Во! Вот это жесть сейчас будет. Хоть бы не вылетел Гаррисмод. Так, ну что, кто кого победит? Меня точно сейчас кто вылетит. Бегемот какой-то очень, не знаю, странный. Я думал, он будет прям сильно дамажить. Он просто. О, тут битва идет. Так, еще все живые. Так, кого еще поставить? Кого-то же еще надо поставить. Никто не умирает, да? Ну хорошо, давайте опять этого гиганта. А, лимит. Давай. Сейчас, секундочку, сейчас мы еще гиганта поставим. Они убили. Ух ты, вот это мясо у нас. Ну-ка. Давай, замочи всех. Псих. Как его вообще этого зовут гиганта? Его зовут Прекурсор of the First. Минус. Это просто убийца монстров Хендра. Смотрите, как он кричит сильно. Вот это жесть, у него пасть. И чё, все, всех убил? А нет. Так, смотрите, сколько на него лазеров мочит. И полетело, полетело. Бум. Не-не-не. Чё, возвращается? Получается, летит шар и дамажит. Круто. Так, а где этот гигант большой? А, нет, не рабочий стол. Нет, зависла игра. Да-да-да, ребят, зависла игра. Ребята, мы сделали такую жесткую битву, что Гаррисмод просто свернулся. Поэтому, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и после мои ролики еще.